За ходом голосования следят более 800 международных наблюдателей. Они представляют миссии БДИПЧ ОБСЕ. Это, кстати, одна из самых многочисленных делегаций, а также Парламентская ассамблея Совета Европы, Шанхайской организации сотрудничества СНГ и наблюдатели от Дипкорпуса. Глава миссии СНГ заявил, что у всех кандидатов были равные возможности, чтобы донести свои программы до избирателей. Также Сергей Лебедев отметил растущую явку. Наши наблюдатели с раннего утра разъехались по избирательным участкам. Многие присутствовали в момент открытия избирательных участков. Я уже посетил вот порядка 10 избирательных участков в Минске. И у нас, честно скажу, удовлетворение от хода выборов. Почему? Потому что везде мы видим четкую организованную работу. На одних участках, особенно вот в ранние часы, там меньшая активность. Вот сейчас эта активность набирает все больше и больше рост, и появляется больше избирателей. И мы видим, что многие приходят с детьми, это не может не радовать. Мы сами были свидетелями, как пришла девушка первый раз голосовать, и ей вручили открытку и памятный сувенир. Как заявил Сергей Лебедев, у миссии наблюдателей от СНГ была возможность досконально изучить ход избирательной кампании в Беларуси. Порядка 40 наблюдателей от СНГ следили за ходом выборов еще с 1 июля.